все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области пасмурно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега, похолодает. Днем минус 7, минус 9 градусов, ночью 11-13, ниже 0. Ветер западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, днем минус 8, в темное время суток 13 градусов ниже 0. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, небольшой снег, днем минус 8, ночью минус 12 градусов, западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. В дневное время минус 9, ночью минус 13 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.